В общем, решили сделать уху. И вот так у нас пока что выглядит. Но здесь мы будем готовить. Вот такой вот видок. А интлитяй. Не хотите ничего делать? Сидит рыбу ловит. Вот таких вот карасиков. Сейчас будем делать уху. Вот у нас котелок. В этот раз мы взяли воду. В этот раз мы не бомжи. Валера хотела прямо из пруда, я вам говорю, ты что, блядь, воду же взяли. Валера говорит, посмотри, какая вода чистая. Я говорю, Валер, успокойся. Глисты скоро будут. Говорит, ты что, дровку наложил? Во! Теперь вот так вот надо делать. Ну попробуй, посоль, чё? Нормально. Попробуй соль, тебе говорят. Бля, я не хочу, бля, вдруг не вкусно. Пшено сейчас пускай. А, пшено, я... Вон, видишь, какие тараканы, блядь. Вон тебе. Как его, вот так вот? Ну давай сыпь нормально, блядь. Всё, успокой. Это всё будет в кадре. Ты сейчас как дебил скажешь, что ты задал вот. Помните. Чё, всё, спать? Сыпь. Не, пусть много будет. Ну давай, ладно, херка. Да, определите, жалко, что бля, как вкусно. Бля, прям руки вообще жарятся. Так да. Курям сыпь вот это, всё равно. Ты привык, наверное. Не смешно, вообще, дебил. Как я сыпь, если ты не знал. Да. Вы теперь знаешь. Сыпят нормально прям там. Или ложкой, или чем-то, или сверху. Как? А так, курик или как там? Как ты курить там подзываешь-то? Сып, 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 сып. А ты тоже, блядь, подзываешь. У меня курей нет. Ну были, блядь, когда. И не было. Было. Батя рассказывал, были. Да, это батя были, у меня-то не было. Ну ты их видел? Ну пакет чего, сажги, что ты мусор собираешь? Или тебе он нужен? Пакет собираешь домой, что ли? Боишься, рыб не умеешь? Видишь, что разжег, он все пошел, дым. Грязный, блин. Как тебя там? На кухне учили. Вот так вот. Оп. И что, это там переварится. Идеально. Кубиками режь. Идеально ровный. Кубиками режь. Вот эту сторону тебе. Ты кубики умеешь резать? Не знаю, что такое кубик. Ты что, это соломинка, ты режешь. Да ты ебище порежешь на кубики, блядь. Ты такой тупой. Вот так потом берешь. А куда я буду резать? Тарелку освободи. А, вот туда сыпь. Потом будешь вытаскивать сюда. Потом мистер Би боняшь. А нет. Рыбу в конце. Убери, хуй ты суешь, ебанут. Так, Валера режет. А че я знаю, блядь, я так. Ты знаешь. Знаешь, вот, вот так вот, да? Я. Ты, блядь, бракуешь. Да хуй, блядь, 10 лет поварих в школе отработал, отработал. Только морковь научился, блядь. На повар учится, Валер, да? Сколько там отучился? Блины еще не пекли? А саладушками? Я во Франции. Саладушки умеешь? Я во Франции учусь, блядь. Там готовим, блядь, эскьюзи у меня. Да, лягушачьи лапки с Диманом только можешь жрать. До горшков. Мы хоть что-то умеем, блядь. Ты хуже ничего не умеешь, да? Ты голубей ебаши, блядь. С морковкой, блядь. Кролик ебучий. А покажи, как лук резать, мне прям интересно. А мы посмотрим, как ты порежешь. Давай, блядь, морковь блядь. Запусти, вон, все, закипело. Пену. Давай, давай. Уха, нахуй с нас пену. Правильно? Не знаю. Тебе в комментарии напишут. Почему, блядь? Ребят, пишите мне. Пишите ему в комментарии. Умный он человек или нет? Или что-то у него маленько того. Тебе, блядь, маленько того, блядь. Аутив, блядь. Давай, покажи, как варить надо все. Вот так. Мешаем. Ай, блядь, я чё.
морковь. Давай, морковь. Ну рыб-то что, ты сейчас это... Ты что ж будешь это прям по одной, да? Да, по одной. Ты это обычно делаешь. Я не тупой, я могу ложку. Ваня, блядь, мало представлений. Блядь, вода в пруд, да? Я тебе говорю, ты ложкой херачишь. Ты молчишь, а вы? Ну рукой возьми оттуда, ты что, вот как это, в натуре? Дим по сравнению с тобой шеф-повар. Он прям, он, считай, сам все сделал, он ничего почти не говорил. Он шеф-повар, блядь. Причем он и шеф-повар-то не учился. Заведующий, блядь. Он на поварих-то не учился. А ты учился, блядь. А ты учился. Ты учился. Ты же учишься. Я не учусь, я во Франции учусь. У тебя же вторая это, профессия, повар. Повар-электрик. Я повар. В Москву поешь, как раз тебе удобно будет и поваром подрабатывать, и это, кабеля тянуть. Одновременно. Одной рукой кабелять, а другой зачем готовить. Пирожки ухавать, зачок. Ты что-то выкинул? А что выкинул? Морковь мало. Нахуй, блядь, ты без своей морковь. Все же морковь сосал, это моя, блядь. А что сегодня... тут ребята, есть? Ребята, он сегодня с тобой нихуя не взял. Картошка. Блядь. Картошка, блядь. И котелок, а без котелка ничего. Да конечно, блядь. Без котелка уху не сваришь. Выебывается, если сидит, блядь. Сейчас бы еще топор взял бы. Давай, режь лук, блядь. Режь лук. Сейчас самое интересное, как лук резать для ухи. Ну-ка, Валер, покажи. Твои предположения, ну. А, и так сойдет. Так сказал. Какая нахуй разница здесь? Ну, если бы много, не надо. Да бросай весь уж. Хватит, уха. Сейчас мне уже тухаю, даже свит не нравится. Свит не нравится, либо готовил я. Запускаем рыбу. Какой факт обычно? А что тебе, блядь, жидкая нужна? Не нужна, нужна, нагрелась. Давай тебе тихо. А ты что же не снимаешь-то? А, снимаешь ли? Да. Ты что же не снимаешь? Нет. А нахуй ты её взял, ебать. Я не знаю. Чё тебе надо, блядь? Моя еда, блядь, иди нахуй, это моя хуба, блядь. Муравьи долезут, сейчас мясо. Ты распробовать хуй, да? Чем это? С чем запарил? Смешно вообще, ебать. Смешно? Честно, блядь, я... Мне с чаем больше тебе понравилось, да, бомжа? Уха тебе не по вкусу. Уха заебись, вкусная. Я сам готовил её. Ну, посмотрите, знаете, увидите. Готовил он. По сравнению с бомжой, это прям это. Про бомжа. С карпоской. Кадр со стороны, блядь. Ты даже похож, блядь, до этого. Еще велосипед сейчас уберу. Он на этого путешественник, блядь, бомжует, на. Ну ты бомжуй, блядь, путешественник, я не путешественник, блядь. Он со стороны, знаешь, как смотрится. В своем репертуаре. Бля, он нас смешит, заебал уже. Ой, пиздер, лох ебучий. Вот, ребят, смотрите. А вот давай, нахуй, вот смотри, хочешь я докажу, что ты, Варя, хочешь я докажу, что ты дурачок? Я раз ебучий ебал, ты рот говно ебаный хуй. Ребята, он матерится сейчас для того, чтобы я его, этому, просто мат не вставлял, сейчас просто, смотрите, что значит похож сейчас как это, на церковную молитву, бро. Успокоился? Вот и кепку покажи.
Я сейчас прям докажу всем, что ты дурачок. Смотри. Смотри, вот твоя задача, вот сделай серьезное лицо. Не могу, блядь. С тобой хуй делать. Ты, блядь, да при чем? Да ебал смешной, блядь. Да при чем ебал? Я вот смотри, даже не улыбаюсь, смотри, вот. Ты просто смотри на камеру. Выебал, блядь. Замочи ей. Дебил, блядь, ебаный. Сейчас пизды кто-то получит. Сейчас, ребят, смотрите, блядь, на камеру пизды получит. Смотри, вот сделай лицо, прям не улыбнись. Удари, пожалуйста. Сделай, прям не улыбнись. Нет, ты просто смотри. А ты ешь, ешь, не торопись, не торопись. Ты вот можешь не улыбаться, просто спокойно поесть. Ты меня, блядь, смешишь. Я тебя не смешу, я просто сижу, аж подавился. От жадности, он прям... Выложить, короче, если он там выложит, то он будет полным пидором. А вот этот никто не увидит. Закаты прям пущу полностью. Бля, на картошку. Будем? А шашлык. О, облизал. Ой, сил нету, бы. Я сил. А теперь что, мыть? Да, бля. Положи, нахуй ты положил. И чё, сейчас уплывет нахуй, будешь ловить, мне похуй. Мне похуй, будешь ловить. Сейчас прям пизды получит, нахуй.